Мужики, короче, мы уже встретились, если что. Мы не дружим, если что, мы в нейтралитете, мы друг друга больше оскорблять не будем, если что. С нами также регулировал вопрос Жожо, так что не беспокойтесь, все окей. Просто мы друг на друга... Да что ты делаешь? Да я просто хотел поцеловать один раз. Не надо мне таких шипов. Ладно. Короче, не переживайте, сегодня день потратил на то, чтобы решить конфликт. Это хороший день. Да. Сейчас еще дальше будем обсуждать, потому что еще есть что много поговорить. И нейтрал, чё?